Всем привет! Сегодня расскажу про автомагнитолы Panasonic Strada более свежих моделей с загрузочными картами 16 гигабайт. Модель 700 и 710. Визуально абсолютно одинаковые модели, но на самом деле модель 700 это еще более старая модель. Здесь используется карта, загружается внизу монитора. Также образы можно скачать на эту карту с наших серверов, в данном случае вот это образ. И далее, загрузив этот образ с помощью программы WinHex, мы выбираем необходимую модель подготовки. В данном окне забиваем цифры на верхней крышке магнитола. Так, 00 18 4 6. Вставляем карту в программатор, нажимаем Write, происходит запись данных необходимых, вытаскиваем карту и проверяем магнитоле. Магнитола полноценно работает со всеми меню полностью. Так, следующая магнитола 710. Здесь более свежая магнитола, и загрузка у него со стороны торцовой. Также образы все скачиваем с нашего сервера и потом подготавливаем карту. В данном случае выбираем Panasonic вот этот вот раздел. Здесь уже мы не забиваем серийный номер, просто вставляем карточку и нажимаем подготовить. Карта записывается, и потом можем также проверить записанную карту. Так, карта полноценно работает со всеми меню.